Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Емельянов Никита, я представляю группу компании ГТТ. Сегодня основной акцент мы хотели бы рассказать про импортозамещение в области систем связи. Ну и больше сделать акцент на импортозамещение в рамках своей структуры. Можно дальше, пожалуйста. Можно следующий слайд, пожалуйста. Я пока начну рассказывать, коллеги. На текущий момент вкратце о нас. Наша компания более 25 лет. Основное позиционирование – это разработка и производство телекоммуникационного оборудования. Все наше оборудование сертифицировано, то есть имеет как стандартные необходимые сертификаты, Минсвязи, ГСТР. При этом хочется обратить внимание, оборудование включено все в реестр Минпромторга, как оборудование российского производства, в реестр Минцифры, как программное обеспечение российской разработки. Мы имеем уникальный сертификат на АТС в области 969-го постановления транспортной безопасности. Это аэропорты, дороги, коридоры, борпорты и тому подобное. Плюс на текущий момент с нашими уважаемыми регуляторами проводим, скажем так, процесс по сертификации и обсуждения по схеме RBIS-2 для использования защищенных средств. Можно дальше пользоваться. Наша компания на текущий момент входит в группу Auratech. Тем самым у нас достаточно сложились большие компетенции. То есть на текущий момент это более 200 разработчиков, это более 3 производственных площадок в Саранске, в Ленинграде, в Москве. Тем самым за счет этого мы достаточно активно готовы предложить решение, которое должно удовлетворять потребностям и текущие потребности клиента и достаточно быстро его произвести, а не вести его из границы там, на протяжении 4, а то и 12 недель. Можно дальше, пожалуйста. Всем известно, там ушли мировые вендоры в нашей отрасли, это ключевые Avaya, Cisco, Unify. И мы достаточно активно, сильно увидели потребность по замене, по предложению в рамках альтернативы такого решения. Можно дальше. Наша компания на текущий момент производит 3 линейки оборудования, ну, скажем так, в портфеле 3 основных направления. Это производство IP-ATS AGAT, система записи телефонных переговоров Sprout и система оповещения о чрезвычайных ситуациях Sprout Info. Можно дальше. Дальше вкратце покажем продукты. IP-ATS AGAT – это наш флагман, это замена наших импортных вендоров с точки зрения телефонии. На текущий момент мы решаем 3 основных задачи. Это замена старого оборудования, оборудование, которое производилось 20 лет назад, типа Кванта. Это замена импортного оборудования, Cisco, Avaya, Unify, Panasonic и других. И достаточно большой опыт – это построение больших, распределенных, федеральных, корпоративных, либо закрытых сетей связи. Можно дальше. 7 лет назад мы поставили перед собой задачу – это объединить 3 продукта в единую коммуникационную платформу. Чего добились на самом деле, то есть у нас есть сейчас единая коммуникационная платформа, которая решает задачи по телефонии, по записи, по оповещению о чрезвычайных ситуациях, по организации селекторной конференц-связи, по мониторингу всех этих устройств, тем самым закрывая потребность, максимально закрывая в рамках нашей части потребности наших заказчиков. При этом мы можем это разделить на части и предоставить только небольшой маленький кусочек. Можно дальше, пожалуйста. При этом, ну, в связи там, с текущими событиями, мы достаточно там, серьезно обратили внимание, как же нашим заказчикам решать проблемы, те, которые вложили большие инвестиции, ну, в импортное оборудование. На текущий момент наша компания, причем в рамках нашей структуры, основную роль играет это абонентское оборудование, это 70% от стоимости там, ну, инвестиций, назовем это так. Вот. Мы на текущий момент поддержали абонентское оборудование Cisco достаточно полноценно, практически там, на 90%. Мы сейчас поддерживаем цифровые IP-телефоны компании Unify, которые стоят очень много в силовых структурах, в энергетике, в других отраслях. Ну и третий наш план – это компания там, абонентское оборудование компании Avaya. Цель очень простая – это максимально сохранить вложенные инвестиции, заменить ядро, а дальше уже постепенно модернизировать на российское оборудование. Можно дальше. При этом ключевое – это мы обратили внимание на отказоустойчивость. Мы предусмотрели в своих решениях отказоустойчивость по питанию, по управлению, по сетевым маршрутам, по резервированию программного обеспечения, при этом не забыв о сервисе. Мы даем гарантию там,
5 лет, срок наработки на отказ 10 лет, вы получаете прямую поддержку от производителя, возможность обучения и постгарантийного обслуживания. Дальше, пожалуйста. При этом мы себя позиционируем как программно-аппаратное решение. То есть это не программы, мы все-таки производственные компании. В связи с этим мы поддерживаем на текущий момент все известные типы каналов связи. Это аналоговые линии, цифровые линии, IP-линии, DEX-системы, GSM-каналы и двух-четырехпроводные ТЧ-каналы. Если кому будет интересно, мы на своем стенде специально сделали выставку, назвали ее «Пылевое решение либо столетия». Это представлены пылевые телефоны 40-х, 60-х, 80-х годов, с которых можно позвонить на самый современный IP-видеотелефон с пылевого на IP-видеотелефон 2023 года. Вот, выглядит достаточно интересно. При этом на текущий момент наши решения позволяют строить 20, 30, 40 тысяч. Самые последние промышленные эксплуатации, то, что мы запустили, это Федеральное казначейство Российской Федерации, это более 300 объектов по всей России, включая новые республики, на текущий момент более 80 тысяч абонентов, совместно с нашим дорогим оператором связи Ростелеком. Можно дальше. Как вендор мы открыты для технологического сотрудничества, и для этого мы сделали интеграцию с различными видеоконференц-системами Тропон, Ива, которая недавно выступала. Мы интегрировались с IP-телефонами, диспетчерскими пультами, цифровыми телефонами, сделали интеграцию с громкоговорящими системами, опять же, российскими, Норман, Индустроник, Промтрейд. И там с различными информационными системами, тем самым для того, чтобы предоставить заказчику единое комплексное интегрированное решение, где он будет иметь максимально меньше головных болей. В качестве примера можно дальше, пожалуйста. В качестве примера можно показать это внедрение, опять же, так как в упор все-таки сделаны силовые структуры. Это Федеральная служба исполнения наказаний, это порядка 160 объектов по всей России, которые оптимизируют наше оборудование. Это не так давно замена импортного АТС в Академии управления МВД России, ФСО, ФСБ и МВД, региональное подразделение достаточно активно сейчас, мы надеемся, и будет дальше использовать наше оборудование. Можно дальше двигаться. Второй продукт – это система записи телефонных переговоров. Дальше. Да. Какие задачи мы на текущий момент используем? Запись всех телефонов, каналов, повышение качества обслуживания, информационная безопасность, доказательная база с точки зрения решения споров. Запись всех типов каналов. Основные преимущества, которые можно сказать, это универсальный интерфейс, это система встроенного распознавания речи с поиском ключевым словам, возможность построения централизованной системы, начиная от объектов, регион, исполнительные аппараты, все это централизовано с изучением прав доступа, обслуживается и использование операционной системы, ключевой Linux, различных наших разработчиков. Дальше. С точки зрения примера, можно похвастаться, это МВД России. За последние два года было поставлено более 700 комплектов, показав, как я понимаю, надежность и качество. На текущий момент наша система была поставлена снабжение МВД России для поставки в рамках гособоронзаказов. Мы, по-моему, если не буду врать, не ошибаюсь, мы на текущий момент единственный производитель, который стоит на снабжении с точки зрения систем записи. Дальше. Третий продукт на текущий момент, на мой взгляд, сильно актуальна, это система оповещения о чрезвычайных ситуациях, коллеги и свои. Основная задача – это обзвон руководящего состава органов федеральной исполнительной власти о неком ЧП. Это может быть пожар, это может быть взрыв, это может быть объявление войны, может быть все что угодно. Либо учебная тревога. Оповещение происходит по различным типам, тревожная кнопка, звонок, диспетчер, дежурный по расписанию, так как это удобно с точки зрения заказчика. При этом используются не только телефонные линии, радиоканалы, GSM-каналы и громкоговорящая связь. Дальше. В качестве примера на текущий момент нашу систему эксплуатирует Главное управление Росгвардии, Главное управление МВД России, Главный следственный комитет, Генеральная прокуратура Российской Федерации и достаточно большой, более полутысячи МВД и там,
МЧС России. Ключевое, дальше. Ключевое то, что с точки зрения нашего подхода мы хотели объединить разрозненные продукты, потому что в текущий момент многие заказчики покупают вендор один для записи, второй для оповещения, третий для телефонии. Мы можем предоставить комплексное решение, которое закроет максимальные потребности приглашения. Дальше. При этом, как вендор, мы оказываем технический пресейл, коммерческий пресейл, максимально подбираем оборудование, мы оказываем ПНР-ку с поноватку оборудования, дальнейшего сопровождения, при этом имея достаточно большую расширенную партнерскую сеть, которая не в зависимости от региона, на текущий момент это более 500 партнеров, готовы оказать оперативную вашу поддержку. Коллеги, спасибо, надеюсь, вы будете.